Подъем! Райф, ты с ума сошел? Распаковывай хлопушки и надевай свои лучшие кеды. Сейчас будем уходить в отрыв. Райф, что ты хочешь этим сказать? Мы выходим в интернет. Что? Чего тут только нет? Я такого не видела даже в самом прекрасном сне. Disney представляет. Добро пожаловать в поисковую строку. Что желаете найти? Амазонка, амоний, ам-ням-ням. Что? Штопанье, штопор, шторка для ванной. Радиостанция, резюме на работу. Руки вверх. По-моему, Ральф, он угадывает, что ты хочешь сказать. Это у меня автозаполнение. Чудит. А можно я? Где тут такой сайт, где все-все есть и всем-всем классно? Всего одно полное совпадение. Да ну, принцесски и мультяшные персонажики. Хлам. Ух ты! Ты пойдешь с нами, девочка. Здрасте. Я тоже принцесса, между прочим. А ты принцесса какого толка? Это как? У тебя волшебные волосы? Нет. А руки? Нет. С тобой звери разговаривают? Нет. Тебя отравляли? Нет. Проклинали? Нет. Ты жила в заточении? Нет, вам точно не нужно полицию вызывать. А тебе тоже думают, что все в твоей жизни наладилось, когда в ней появился мужчина? Да, но ведь это бред. Она принцесса. Ральф против интернета. Может, лучше интернет против Ральфа? Какая разница? Вроде одно и то же. А, разница есть. Так получается, что ты главней. Ну, да, но так получается, что интернету не поздоровится. А кто против?